Всем привет! С вами Амри, и сегодня мы поговорим о том, как повысить лимит построек, Medieval Dynasty, традиционным способом и таблицей Cheat Engine, а также про взлом игры с помощью Cheat Engine и таблицы для нее. Скажу сразу, что не претендую на какие-то открытия в этой области, просто делюсь своим опытом в данной сфере. Возможно, кому-то это поможет. После долгой игры лимит моих строений подошел к концу, и я задался вопросом, как же мне их можно увеличить. К тому же такие вопросы стали поступать в комментариях, и сейчас я постараюсь рассказать, как решить данную проблему. Приятного просмотра! Самый простой способ, который для всех знаком, это установка лимита зданий при создании новой игры, а также его увеличение с помощью выполнения основного сюжетного квеста. Максимальный лимит построек со стандартными настройками составляет всего лишь 65 зданий, а повышение репутации добавляет нам лишь максимальное количество приглашенных жителей. А если мы столкнулись с ситуацией, когда в начале игры мы оставили лимит построек на стандартном уровне, выполнили все сюжетные задания и застроили все поселение до конца? В этом случае нам поможет программа Cheat Engine, которую можно скачать с официального сайта и установить. А также понравится таблица, в которой мы сможем повысить лимит зданий и при желании увеличить необходимые нам характеристики жителей, наши скиллы, технологии, возраст и многое другое. Данную таблицу можно скачать с сайта Playground, ссылку оставляю в описании. В этой таблице написано, что она для версии 1.0.0.5, но у меня она работает и на последней версии игры 1.1.0.2. Проводим следующие операции. Для начала необходимо скачать и установить Cheat Engine. С этим проблем не возникнет. Скачиваем с официального сайта. Затем качаем таблицу с Playground и запускаем игру. Загружаем сохранение игры. Входим в управление. Затем запускаем Cheat Engine, открываем процесс Medieval Dynasty. Сверху нажимаем на Table, Add файл и выбираем скачанную таблицу. Снизу появятся две надписи. Нужно нажать на Enable Script. Поставить крестик. Далее переходим в Village Management. И повышаем то, что нам нужно. Building Limit. Лимит построек до необходимого значения. К тому же в данной таблице можно повысить наши навыки, очки технологий, репутации и множество других аспектов. Репутация династии. Очки технологий. Наши характеристики. Возраст. Скиллы, лимит веса инвентаря, время, день, год, сезон. Interaction Point – это скиллы наших рабочих, но для начала нужно будет выбрать этого рабочего, а затем поставить крестик на Interaction Point. Можете потыкать и поиграться, все интуитивно понятно. Главное, не забудьте сделать отдельное резервное сохранение на всякий случай. Если напротив будут знаки вопроса, то альтабуемся снова в игру. Убираем меню управления и снова его включаем, это нужно, чтобы данные обновились. Если снова вопросики, то жмем на крестики в таблице, чтобы обновить данные. Можно попробовать открыть таблицу заново и выбрать процесс Medieval Dynasty, либо перезапустить Cheat Engine и проделать те же самые действия снова, так как иногда таблица может работать не всегда корректно и сразу отображать данные. Немного танца с бубнами и все получится. Либо же, если хотите взломать без таблицы, например, количество очков технологий, то необходимо выбрать процесс Medieval Dynasty, поставить в поиске задачу искать значение float и ввести число очков технологии на данный момент с учетом точки. Нажать начать поиск. После окончания поиска возвращаемся в игру и немного повышаем очки технологии. Собираем травки-муравки или крафтим. Далее вводим измененное значение и продолжаем поиск. Такие действия повторяем, пока не останется одно значение. Иногда бывает на пару больше, но если они не меняются после нескольких повторных поисков, выделяем все найденные, жмем правой кнопкой Add Selected. Теперь в столбце вала изменяем их значение на то, которое нам необходимо, жмем Enter, возвращаемся в игру и видим результат. Я не советую сильно злоупотреблять взломом, так как быстро теряется интерес к игре. Лучше ограничиться увеличением лимита построек, либо технологий, но в меру.
Надеюсь, этот небольшой гайд был вам полезен. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Это будет стимулом для меня развивать канал дальше. Ну а с вами была Мария. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!